Всем привет! У нас сегодня в обзоре крутая палатка от фирмы Hana, модель под названием Spruce 4. С размерами вы можете ознакомиться у нас на сайте. Но сейчас поговорим именно об этой модели. Модель Spruce 4 от фирмы Hana – это идеальная палатка, которая может вместить в себе аж целых 4 человека. Если вам такая большая палатка не нужна, у нас имеется Spruce 3 и Spruce 2. Для, разумеется, 3 и 2 людей. Данная модель предназначена для весеннего, летнего и осеннего периода. Изготовлена из высококачественного полиэстера и имеет вот такой вот красивый зеленый оттенок. В чем же плюс данной палатки? Ну, во-первых, она безумно практичная и максимально доступная. Смотрите, сначала устанавливается внутренняя часть палатки, а потом сверху натягивается тент. Все тенты от фирмы Hana имеют защиту от ультрафиолетового излучения, поэтому вы не бойтесь, установить ее где-нибудь в лесу, солнышко попадать уж точно не будет. Что еще имеется в этой палатке? Имеется по периметру вот такие вот оттяжки, и их следует оттягивать, когда на улице нестабильная погода, ну, допустим, сильный ветер. Чтобы палатка не улетела, требуется ставить вот такие вот оттяжечки. В данном случае у нас ветра нет, мы просто вкололи колышки, и все, палатка стоит более-менее идеально. Также по бокам с одной и с другой стороны имеются вот такие вот отверстия для вентиляции на липучке Velcro. Просто приоткрыли, воздух попадает, и, разумеется, еще больше воздуха находится у нас внутри. Ну, а теперь давайте поговорим о входах и выходах. В данной модели имеется 2 входа и выхода. Когда 4 человека в палатке, 2 входа – это просто идеально. Не надо друг через друга перелазить, спокойно взяли, вылезли и отправились на природу. Итак, одна фронтальная длинная молния. Мы ее открываем, берем, снизу скручиваем и фиксируем на петлю, которую здесь она у нас имеется. Смотрите, видите, спокойно вставили и зафиксировали. Обращаю ваше внимание, что у нас имеется в данной модели безумно огромный тамбур, куда можно уместить свои рюкзаки и даже расположить маленькую мини-кухню. В общем говоря, это идеальное приспособление. Вещи находятся здесь, кухня находится с другой стороны, и, в общем говоря, у вас очень много места. Плюс ко всему, если вам тамбур не нужен, вы спокойно можете и убрать и эту сторону. Так же самое скрутить, как и вот эту сторону я и сделал. Вот, теперь хочу показать вам дверь. Это одна наша основная дверь, которая легко открывается посредством одной руки. Верхняя часть у нас здесь сетчатая, поэтому я предлагаю открыть, залезть и посмотреть, что же там внутри. Открыли дверь, и чтобы она нам не мешала, мы спокойно убираем боковой сетчатый кармашек, который имеется как в области первой двери, так и имеется в области второй двери. Спокойно открыли и убрали, оно нигде нам не будет мешать. Очень просторная палатка, дно выполнено из высококачественного полиэстера, и сама палатка вся сделана из полиэстера. Но верхняя, внутренняя часть полностью сетчатая. Это вот не то, что там наполовину, она полностью сетчатая. Максимально длинная циркуляция воздуха вам обеспечена. Помимо всего этого, в данной модели имеется верхнее отделение, сетчатое, обращаю ваше внимание, и отделение вот такое вот под фонарик. Можно спокойно закрепить, вечером сидеть, читать книжкой, либо играть в настольные игры. По периметру данной палатки имеются вот такие вот сетчатые кармашки, куда можно положить свои мелкие вещи, либо какие-то вещи гигиены. Зубную щетку, пасту, либо тому подобное. Вот она, наша задняя дверь, задний тамбур. И очень большая и вместительная палатка. 4 человека сюда поместятся. Опять предлагаю протестировать. И не забывайте, огромный выбор палаток имеется у нас на сайте mandrivnik.com.ua.